за сколько до 10 уровня можно дойти, играя 2 часа в день, начиная с 8 уровня? Я вообще не понимаю, к чему эти вопросы. Тебя... Ты марафонец какой-то? У тебя челлендж? Докачаться за ограниченное количество времени до 10-ки? Или что, я не пойму. Ты хочешь в эту игру играть, потому что тебе хочется играть в эту игру? Или ты... Не знаю, зачем? Зачем тебе знать, за сколько тебе в секундах, в минутах, я не знаю, нужно сказать, за сколько ты пройдешь? Ты либо хочешь в эту игру играть, ну тогда садись просто и играй. За сколько докачаешься, за столько докачаешься. Я не понимаю. Я не знаю, как ты будешь играть. Может, ты будешь заходить в бой и выходить сразу оттуда с нулем урона. И так каждый раз. Ну, долго будешь качаться, не знаю. В днях не засекал, сколько тебе это займет времени. Так, а где Бартос? А, Бартос здесь уже. А может, будешь хорошо играть и нормально опыта будет насыпать. Я такими прогнозами не занимаюсь. Чисто гадание на кофейной гуще. Эх, сейчас будет жестко. Сейчас будет больно. Ого. Ого. Быстро его сдули. А вот и пошел навал. Там Буратос. Минуса пошли. Спидранер. А, ну точно. Наверное, такая новая профессия. Спидранер. Буратос, ты где? Я иду за тобой. Тадам-тадам. Тадам-тадам. Буратино. Блин, у них опять остался корнет. Еще МГМ-ка. Надо аккуратно давить их. Союзник без ХП. За мной. Встреча с Буратосом. Волнительно. Ну, полетели.
А где? Не понял. А где ж они засели? Если их здесь нету. Жесть. Может, на захват поехать? Пускай сами едут сюда. Ну что, мы сейчас будем по кругу здесь кататься 3 часа? Оу, щит. Нормально, нормально. Мимо. Как? Твою мать. Блин, 400 урона, вы серьезно? Ох, я еще и подставляюсь. МГМ сейчас сзади подъедет. Или корнет. Ой, как плохо. На! Где пушка? Как я выжил? Да что у меня? Не пойму, у меня... У меня мышка села. Вот это вовремя. Точно. Что делать? Что делать? Охраняй меня, корнет. Корнет, охраняй. Заряжать надо, блин. Все, все, все. Все, на связи. Все, я тут, я тут. У-у-у. Какие же у нас обмены дебильные были с корнетами, с корнетом. С Буратосом. Все. Заныкались и ждем. Это вовремя. Откуда? Неужели передо мной? Да, передо мной прям. Он здесь. Он здесь. Зажимаем. Здравствуйте. Вы не хотели бы поговорить? Как еще не попал сейчас ему последним снарядом? А корнет стоит такой спокойненький, а? И перезаряжается. Иди сюда. О. Вот это сейчас чуть не зафейлили бой. Забавно. На тоненьком. На тоненьком просто. Хорошо.